А с какого возраста следует продавать алкоголь, мы поинтересовались у жителей Саратова. Как вы считаете, с какого возраста можно продавать алкоголь? С 21. Не нужно вообще. Зачем? Нет, я считаю, не нужно. Мы не пьем. С 21. Наверное, взрослеют с этого возраста. Думаю, с лет 19, наверное, с 18. Хотя сейчас, я думаю, уже алкоголем балуются куда раньше возрастом. Мне кажется, с 20 и больше. И выше. Считаете, в этом возрасте более сознательные люди? Конечно, что-то просыпается. Наверное, какое-то сознание у них проявляется уже. Возраст здесь ни при чем, лишь бы ум в голове был. Правильно? А так можно и в 50 лет напиться так, что потом тебе плохо будет, где-нибудь валяться будешь. С 21, наверное, так же, в принципе. Ну, либо больше. Ну, потому что сейчас наша, как бы, молодежь, мне кажется, спивается. 18+. Никогда не стоит употреблять алкоголь.